Арбахт Махт Фрай. Работа делает свободным. Аушвиц-Биркенау. 1944 год. У каждого действия есть противодействие. Побег не сделает тебя свободным. Работа сделает тебя свободным. Если будете забывать это правило, я продолжу напоминать вам о нем. Более того, показывать последствия твоих действий. Это, естественно, помешало моему дню, моему отдыху, моей способности служить своей стране с честью. Фатерлянда требует уважения. И он получит уважение. Не скучай на карантине. Найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду «Новинка». Побег из Освенцима. Роза? Роза? Я больше не смогу так, если ты не начнешь сотрудничать. Прости, но я не собираюсь рисковать своей жизнью. Пожалуйста. Все хорошо?
Подними. Я сказал, подними. Ты решил меня слушаться? Смотри на меня. Бежим. Ну же. Стой. Всем за работу. Свобода. Решил поиграть. Ты здесь, чтобы подчиняться. И ты будешь подчиняться. Иначе в следующий раз я буду смывать твою кровь. Прости, я опоздал. Что случилось? Еще одна попытка. Знаешь как? Судя по всему, вообще без плана. Сбежал узник, который таскал телегу с мусором. Его поймали. На южной окраине. Это самоубийство. Сколько? 50. Смерть от истощения. Прекрати. У этих стен есть уши. Ты знаешь лучше меня. Это просто кошмар. Я сбегу отсюда. Это просто невероятно! Такого не может быть! Покер! Казино! Слоты! 1xBet! Это невероятно! Используй полный спектр возможностей 1xBet. Покер, слоты, казино. Играй и выигрывай реальные деньги. В наказание за это будут казнены сотни евреев. Если все продолжится так, освобождения не дождутся тысячи. И что ты предлагаешь? Мир должен знать. То есть ты думаешь, что они до сих пор не знают? Безразличие — это главная тайна человечества. Вам можно смотреть на меня.
Вы хорошо справляетесь. Построение через 10 минут. Один, пять, два, два, три. Приведи себя в порядок. Четыре, шесть, пять, семь, четыре. Какая-то проблема? Я не буду повторять вопрос. Мы должны помнить о том, что побег или суицид — это не геройские поступки. Наоборот, они показывают чистейшую трусость. Возможно, вы спрашиваете себя, почему я решил не стрелять ему в голову? Потому что он хотел умереть. Чтобы его нельзя было наказать. К сожалению. Здесь все работает немного не так. Но не будем киснуть. Мы отстаем от графика. И мой завтрак испорчен. Всем вернуться в бараки. Немедленно! Я видела вас. О чем вы говорили с ним? О побеге? Внимание! Быстро всем внутрь! Я хочу знать, что было на бумажке, что он тебе дал. И почему ты просто взяла ее у него? Ну? Я не хочу рисковать своей жизнью и, самое главное, чужими. Стоять! Что он у тебя попросил? Он вступил в группу сопротивления в секторе Мау. Говорит, им нужна помощь кого-то из нашего сектора. Работа не освобождает. Она нас убивает. И мир должен знать. Джонас. И ты хочешь ему помочь? Я просто хочу выжить.
3 июня. 30 тысяч убиты в газовых камерах. Немцы, французы. 25 тысяч умерли от истощения. В основном русские и евреи. Да что с тобой такое? Я делал записи. Какие еще записи? Документировал данные об убийствах в лагере. Национальность, возраст, пол жертв, дату смерти. А в чем проблема? Вчера ночью я заснул, не успев все спрятать. И кто-то забрал записи. Какая-то проблема? Ну-ка за работу. Зачем ты украл мои бумаги? Радуйся лучше, что их нашел я, а не кто-то другой. Почему ты держал это в тайне? Да это просто статистика. Зная, что ты хочешь бежать не просто из корыстных соображений, то, наверное, отнесся бы более благосклонно. Мысли есть? Я уже давно знал все это. Надо рассказать это миру. Ну и как ты предлагаешь все это сделать? Думал, что ты поможешь с этим. Усилия тщетны, если все не запланировать. Подумай, скольких можно спасти. Если нас поймают, подумай, скольких убьют из-за нашей тупости. Наша жертва может покончить с этим навсегда. Ну, я не понимаю, как, по-твоему, мы можем спасти мир. Но кое-чем я помочь могу. Я знаю немецкий. Не отдыхать, пока не дойдете до Канады. Вот где сокровища. Еда? Лучше. Что может быть лучше еды?
Убрать это. Пошел. Куда, говоришь, везут эту повозку? Когда повозки заполняются вещами евреев, прибывших на поезде, их собирают и везут на сортировку. А далеко отсюда Канада? Знаешь, какие там условия жизни? Меньше охраны. И алкоголь. Там режим не такой усиленный, я там работаю. И что ты для них делаешь? Тюню машины. Шагом марш! Что это? Я знаю. Что ты имеешь в виду? Я знаю. Чего ты хочешь? Помочь. У меня есть привилегии. У меня больше свободы, чем у других. Хочешь помочь нам? Охрана относится ко мне хорошо. У меня больше свободы, чем у других в Канаде. Роза не хочет помогать. А я хочу. Возвращайся обратно. Сейчас же. Повозка. Одежда, оружие, трупы. Механик чинил машины. Можно уехать. Главное найти машину. Как проехать блокпосты? Сирена. В какую сторону ехать? Три дня усиления. Добраться до складов. Канада. Канада. Да. Ну что? Канада. Ты же понимаешь, что это тоже внутри лагеря. Там меньше охраны, меньше риска попасться. А как ты попадешь туда, не попавшись? Сегодня. Я сбегу из бараков и спрячусь в повозках, что едут в Канаду утром. Я спрячусь в содержимом повозки. И сделаю вид, что меня послали в Канаду. Оттуда я уже смогу сбежать. Ты не продумал это до конца. Ты не обязан идти со мной. Но с тобой у меня больше шансов выжить. Спрячусь во второй повозке справа у мужских бараков после заката. Буду лежать в ней до утра.
Хайль Гитлер. Сколько на завтра? 23 500. Вы уже готовы? Я да. А вы? Только я не очень доверяю нашим помощникам. Почему? Это все бывшие узники. Ты сможешь. Теперь отдохнем. Надо поспать. Отдыхай. Завтра очень важный день. Завтра. Как-то рано. Может, ранняя доставка в лагерь? Наверное, состав прибыл раньше. Время прибытия не менялось месяцами. Ладно, все равно держимся плана. Пара часов погоды не делает. Мы все равно выберемся из лагеря до переклички. Может быть. Мы только что свернули влево. Эта повозка едет не в Канаду. Вам надо уходить. Быстрее.
куда направляетесь? На ремонт. Надо починить повозку. Я работаю в Канаде, но наша охрана отправила меня с заданием. Идите и поживее. У нас очень мало времени. Я рад, что решил вмешаться. В нашу прошлую встречу ты задавал много вопросов. Я очень рад этому. Я был удивлен, что опытный сиделец вроде тебя не знает про Канаду. Но все же описал все очень заманчиво. Я думал спрятаться в повозке и тайно пробраться в ту часть лагеря. Но по правде говоря, никто еще не сбегал из Канады. Так же, как и с остального лагеря. Это было самоубийство. Ты этого не знаешь. А ты знаешь? Я помогу вам сбежать. Точнее, я помогу нам сбежать. Я понял, что вы попытаетесь сбежать через Канаду. Поэтому попросил, чтобы одна из повозок для сортировки сначала заехала сюда, на ремонт. Было рискованно. Но даже СС можно обмануть. Они что, не наблюдали за тобой? Они знают, что я умелый. Но не знают, насколько я умелый. И они любят выпить в пятницу. Утро субботы тяжелое, даже для СС. А почему мы тогда сидим и обсуждаем это? Вон, это здание, это угольный бункер. Внутри есть люк, который дает доступ в хранилище, где СС хранит униформы и оружие. Если сможем попасть в этот бункер до начала дневных процедур, мы можем притвориться эсэсовцами и выбраться на этой машине. Так чего же мы ждем? Сделаем это сейчас. Через 20 минут во всем лагере будет перекличка. Тогда они поймут, что нас нет. Сирена, которую вы слышали, это сигнал для лагеря и близлежащих городов, что сбежали узники, которых надо поймать. Но если бы мир знал, что тут происходит, то с этим давно бы покончили. Хотя бы можем надеяться. И что делать теперь? Последние 3 дня сирены орут из-за 2 венгерских беглецов. Они не смогли сбежать незамеченными. Их поймали. Еще до последнего периметра. А теперь 2, что привели вас сюда. Адам укладывает стоги сена в 500 метрах отсюда. Вон там, и вы будете прятаться. Прятаться? Гавриэль работает надсмотрщиком в секторе Канада. Они с нами не убегут. Но я обещал им, что не умру, не рассказав миру о зверствах, что творятся в Освенциме. Утром через 3 дня они придут к вам с повязками надсмотрщиков. Вы притворитесь, что ведете их в угольный бункер, как их надзиратели. Как только попадете в угольный бункер, через люк вы проникнете в хранилище. И у нас будет все, что нужно. Кроме машины, конечно. Но это уже моя проблема. Все остальное пойдет как часы. Как только прозвучит сирена о вашем бегстве, вас никто не должен видеть. Через 3 дня тревоги, поиски прекращаются. И тогда мы выполним свой план. Я должен знать, что вы готовы. Я готов. Гавриэлю и Адаму приказано вернуть повозку обратно в пункт назначения в Канаде, как только я закончу с ней.
Если увидят, как вы залезаете или вылезаете из повозки, вас убьют на месте. Вместе с другими евреями в наказание за это. Как только заметят, что повозка покинула наш сектор, то придут проверить. Но учитывая, что она будет по пути в Канаду, мне поверят на слово. К тому же охранник, который придет ко мне, хотя бы не будет беспокоить вас. Когда повозка остановится, вам нужно пройти незамеченными 50 метров. Гавриэль отведет вас к стогу сена, когда горизонт будет чист. Адам вернется у повозки, чтобы охрана ничего не заподозрила. Если к вам подойдут, ваш последний шанс — это объяснить, что ваши обязанности заменились из-за учащения казней. Как только окажетесь в укрытии, вы в безопасности. У вас будет одна канистра бензина, она поможет скрыть запах. Иначе псы и охраны сразу же вас обнаружат. Адам продолжит подкладывать сено во время своей лагерной работы. Он будет оставлять вам один кусок намоченного хлеба в день на двоих. Этого хватит, чтобы вы смогли не умереть от голода и жажды. А на утро третьего дня опаснее всего будет, когда вы поведете Адама и Гавриэля. Будьте понаглее и не бойтесь. Главное, не попадайтесь. День первый. Надо понимать. Это уже второй побег за одну неделю. Узники начинают вести себя наглее. Мы все равно выше них. Но не в глазах бывших солдат. Какой бы низшей расы они ни были. Сирена включилась меньше часа назад. Даже час — это слишком много. Кто-то идет. Тут записка. Внешний вход. Хлеб мокрый. Как он и обещал.
День второй. Черт, черт, вставай, вставай. Эй, вставай. Ты заснул. Страшный сон. Не считая этот кошмар. Хорошо спалось? Бывало и лучше. Сено уже несут. Странно. Значит, скоро будет и хлеб. Будем надеяться. Охрана усиливается. Из Аушвица один присылает охрану, а с другой стороны шлют собак. Поставлена задача найти беглецов, и они ни перед чем не остановятся. Уверены, что это не просто слухи? Вы не должны сомневаться в СС. Меня беспокоит не СС.
Что там написано? Дела здесь очень плохи. Охрана усиливается. А поиски вас двоих сильнее, чем ожидалось. Но не бойтесь. Мы встретимся на рассвете. Пораньше, чем изначально планировали. Оставайтесь на чеку. Что ты нашел? Сюда. Что будем делать? Будем ждать. Мы уйдем на 2 часа раньше запланированного, и мы рассчитываем на вас. День 3. Что ты делаешь? Нам надо все повторить. Итак, завтра утром на рассвете Адам и Гавриэль встретят нас тут, у стога сена. Мы наденем повязки для маскировки. И чтобы показать, что мы свои. Затем останется пройти 500 метров незамеченными. Как только Джонас подъедет к бункеру, мы дадим ему переодеться и взять оружие. Затем мы оставим Гавриэла и Адама
Убирать улики после нас. Потом Джонас. Ты и я сядем в машину. Есть два главных барьера, которые надо пройти, чтобы сбежать. Пусть не очень дальний. Мы не позволим никому остановить нас. Как только второй барьер останется позади, мы уедем. Джонас поведет. А ты сядешь к нему вперед. Почему я? Потому что ты говоришь по-немецки. Если нас тормознут, говорить будешь ты. Как далеко надо ехать? 60 километров. Минимум. А когда остановимся? Мы расскажем миру. Ты был шпионом до этого? Нет, строителем. Но успешный строитель не строит дом без хорошего фундамента. А ты? Переводчиком с немецкого. В сфере образования. Интеллектуал. Удивлен, что тебя до сих пор не убили. Убили. Надо отдохнуть. Что? Просыпайся. Они здесь. Сколько еще идти? Джонас уже готов? Постарайся не шуметь сильно. Нас могут услышать. Патроны. На другом складе. Быстрее. Быстрее. Давай.
Униформа и оружие. Все готово, только поспеши. Так, никому не двигаться. Для утренней переклички рановато. Может, это не из-за нас? А если из-за нас? Вам обоим надо уходить немедленно. Нет, ты поедешь с нами. Мы знали, что так может случиться. Надеюсь, что на другой стороне все пойдет по плану. Что это такое? Выбирайтесь отсюда. Идите. Хороший день! Сегодня я спас 10 человек. А сейчас я лечу туда, где высокие коэффициенты, быстрые выплаты и большие выигрыши. Да, в 1xBet. Много денег не бывает. Бывает быстро. 1xBet. Букмекерская компания. Надо уезжать. Я пытаюсь. Понимали, что так случится. Но сейчас о нас никто не думает. Главное, чтобы они выбрались живыми. А остальное уже не в наших руках. А если нас поймают? Остается только надеяться. Так. Нам надо проехать два основных блокпоста СС. Первый — без проблем, а второй — чуть посложнее.
тому, что он делает. Хайль Гитлер. Стоять. Куда направляетесь? Нас послали искать беглецов из Канады. Чего ты возишься? Открывай чертовы ворота! Хайль Гитлер. Не скучай на карантине. Найди сайт 1xbet и зарабатывай прямо сейчас. Получай бонус по промокоду «Новинка». Еще один побег. Что предлагаете делать? Сообщить в ближайшие деревни. Они и так слышали сирены. Нужно предупредить о беглецах все окружные деревни. В радиусе 200 километров. Думаете, они доберутся так далеко? Думаю, нам не стоит рисковать. Thank you.
Мы ничего не ели уже 3 дня. Долго мы так не протянем. Знаю. Мы заблудились. Думаешь, другие смогли выжить? Надеюсь. Тебе снятся сны, Левай? Иногда. А тебе? Каждую ночь. Самые разные. У меня раньше было так же. И если подумать, даже самый худший кошмар не может быть хуже, чем то, что творится там. Элазар, ты это Девочка, ты обронила. Спасибо. Не за что. Свобода. Мировые державы знали о происходящих зверствах за 2,5 года до освобождения. Сведения об Освенциме поступили к союзникам в середине 44 года. Освенцим, или Аушвиц-Биркенау, был освобожден 27 января 45 года.